Неделя грудного вскармливания для всех сторонников и противников. Именно так назвали тематическую неделю в Мытищинском родильном доме. Уже доказано, что кормление грудью полезно и для мамы, и для малыша. Дети растут крепкими и здоровыми, женщины быстрее восстанавливаются после родов и профилактируют многие заболевания. Об этом нужно постоянно рассказывать, считают специалисты роддома. С момента родов мы прикладываем сразу ребенка, то есть это очень важно, мы это обсуждаем, постоянно об этом говорим, постоянно на этом обостряем. Заостряем внимание, да, то есть мы соблюдаем этот золотой час. Далее у нас все сотрудники, все медицинские сестры дежурные, потом обязательно у нас дежурит всегда консультант по грудному вскармливанию, то есть постоянные обходы у нас производятся, и мы как бы, да, уже непосредственно занимаемся, мы стараемся маму выпустить уже в свет с ребенком, да, полностью готовы к тому, чтобы она полноценно, нормально кормила грудью. Школы матери, которые проводятся в округе, направлены именно на то, чтобы донести до будущих родителей как можно больше информации, полезной, важной и актуальной. А еще, чтобы они не боялись сложностей. Здесь всему научат и покажут. В прошлом году в отделении новорожденных обновили молочный блок. Здесь есть комфортная зона для сцеживания, современные молокоотсосы и подогреватели. Созданы условия для хранения и стерилизации грудного молока. Эта работа позволяет сохранить грудное вскармливание в различных ситуациях, в том числе когда невозможно полноценное кормление грудью. Мы про каждую маму на всех этажах, мы все знаем. Начиная с родильного блока, то есть мы занимаемся вопросами грудного вскармливания и того, чтобы ребенок успешно кормился и вышел вместе с мамой до выписки, уже мама все должна уметь в это время. В родильном доме Мытищ придерживаются принципов грудного вскармливания. Поэтому на этой неделе все встречи с будущими родителями будут посвящены именно этой теме. В этот четверг состоится очередная школа матери в формате Open Air. Начало в 14:00. Приглашаются все желающие. Лала Керимова, Алсу Калимулина, Первый Мытищинский.